Особое внимание правительство Подмосковья уделяет деятельности розничных рынков. Главам муниципальных образований, на территории которых расположены розничные рынки, были даны предписания устранить выявленные нарушения. Решительные действия подмосковного руководства уже привели к прекращению деятельности 4 рынков, расположенных рядом с Московской кольцевой автодорогой. В настоящее время осуществляется вывоз контейнеров и освобождение территорий, на которой располагались 12 рынков, допускавших ведение торговли во временных строениях. После состоявшегося в Доме правительства заседания на территории строительного рынка «Каширский двор 3», расположенного в непосредственной близости от МКАД в сельском поселении Булатниковское, состоялось выездное совещание Межведомственной комиссии администрации Ленинского района. Насколько соблюдается руководством открытого акционерного общества «Мотель Варшавский», управляющей компанией рынка, федеральный закон номер 271, в частности, статья 24, согласно которой торговля на территории рынка, за исключением сельскохозяйственных, с 1 января этого года должна осуществляться только в капитальных строениях. Как смогли убедиться члены комиссии, на сегодняшний день более половины строений рынка временные. В них расположены как склады, так и торговые точки. Мы выявили на рынке «Каширский двор» нарушения, которые связаны с торговлей из временных сооружений, лотков, контейнеров, что законом запрещено с 1 января текущего года. Глава района дал поручение службам принять все меры по ведению законной деятельности рынка «Каширский двор 3». Руководство рынка обязано начать снос временных строений в самое ближайшее время, а значит и расторгать договоры с их арендаторами. Будем получать разрешение на снос официального в администрации. И заканчиваем всю проектно-сметную документацию, чтобы выйти с января на строительную площадку, очистить всю территорию и выйти на строительство новофункционального торгового комплекса «Каширский двор 3». Проверка деятельности рынка «Каширский двор» – это только начало работы по выявлению фактов нарушений выполнения федерального закона. Мы будем делать все для того, чтобы на территории Ленинского района закон был выполнен в полном объеме. Татьяна Акимова, Алексей Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.